Пидор нам все поломал. Уинтер, что, черт возьми, там происходит? Ура, мы спаслись. Теперь надо продолжить рот. Аж позеленел. Вон хмырь. Ну, в принципе, его отверстие ему похоже на... Ну, можно. Правильно ли мы используем мордопрыгов? Вот в чем вопрос. Только видел яйца, то это вообще пиздец был. Подожди. Лёша, яйца-то такой, он яйца. Бля. Откуда они берутся? Следи за входом! Идут люди, войду! У тебя мигает тоже. Не, у тебя свет идет, а ты... А, все, мне в туалет уже не надо. А, Леха, у тебя все нормально? Че? Че, блядь? Че, сука, думаешь меня поймать, а хуй тебе тут не нужно? Ну что, прикроешь меня своей жопой? Хули ты светишь, блять, в лицо? Ты чё, ебанулся? Там чё? Подожди, нам в ту сторону, наверное, надо. Лестница завтра. Сука, рядом он тебе хвостом щепочет по яйцам. Ну, найс, он возле меня сел. Спокойно, я тебя спасу. Я вернусь за тобой. Уинтер, он вернулся! Он рядом со мной! Это огромная тварь! Минус один. Ты что, сахар, что ли? Я добрался до лифта. Я? Где эта тварь, не знаю. Я так побежал, а потом ты меня выбегают. А чё ты поверили, блин? Прости. Что мне оказалось? Я такой дверь отспиливаю, ты такой поворачиваешь. Проход. А? Я тебя спасу. Ранили! What? Спасаем, помоги. Мы что, в гигантской воронке? Тут пройти нельзя. Ой, я туда прыгать не хочу. Лёша, Сварганка, Васки с нам. Как там было? Просто зигроплан не хуже. Мы не выполнили задание. Хуже на какой-то член торчащий. Субъект. Субъект не выполнил. Условие задания по спасению заложника. Прием. Ты уверен? Десятник Моррис, я подаю официальную заявку. Хотя, знаете что? Да пошло на... Ублюдок! Команд, блядь, ёбаный, ничего не сделал. Это центр управления помётом. Ком стреляет? Не, ну, я не знаю, может... Может, так помогает? Следуй за погрузчиками! Откроем огонь по наземным войскам и расчистим дорогу для них! А, блядь! Сэр, мы направляемся к комплексу, чтобы рассмотреть корабль! Ты что, я включил? Нет. Ты что, спятил? Сука! Уинтер, уходи! Прошу, я не...
Ты жива? У тебя на лице была эта тварь! Надо покинуть корабль! Не так эффектно, как в фильме, конечно. А ты кто? В смысле, а я кто? Пиздюк в кепке какой-то, да. А ты в окрощёлках. И умирай. Ты его видишь, кстати? Да. Он тебе башонку щекочет. Что я за ящик уже был? Что лифт? Да, видишь, советские лифты надо доехать. Ага, доехать надо доехать. Металлические, чтобы кнопки не болели. О, какой милый. Уши гасли. Со мной в шкаф залез? Да. Запретная любовь, блядь, братья и сестра. Нормально. Вот до этого нас не трогал, блин, ну сейчас нас трогает. Блять, ебать место в шкафу много. Хитрый план такой, хитрый. Подожди, то есть у них огнеметы, блять. Куски правые. Убило два вот этих жукана. Они, наверное, играют в предыдущей версии, там, где это было смертельно. Он наркоман, что ли? Что он делает на мой? Типа... На. У меня сейчас на чуваке появился шлем. Но в предыдущей части я так долго бегать вперед не смог, и при этом еще оставаться живым и кучу их убивать. 12 seconds later. Бля, только сказал. Только не так. Смотри, ну прям. Теперь можно опять бежать. Помогите! Блядь. Ты пиздился, блядь. Это Хиггс. Ага, он здесь оказался. Он сейчас сквозь дверь прошел у меня. Что ты там можешь сделать? Ну, у меня игра типа закончилась, меня сейчас перенесли в какую-то комнату, я не знаю. Я ничего не могу делать. What? Шо? А, это все пройдено. И типа все уже, знаешь. Что заново надо пилить? А я сдох. Хули ты сдох? Ну, на потолке два чужих. Не видел сам, что я ненавидел.